Вот так делаются батареи отопления. Сетка на стену. Потом сетка стеклопластиковая, 5-сантиметровая. К ней крепится кабель карбоновый. Стяжками обычно. Потом будет слой. Так, как его. Ну, короче, песок с цементом 2:1. С фиброй. Армирующей фибры. Потом металлическая сетка. Ну, уже мелкая ячейка. 2 сантиметра. И потом уже финишный слой под камень. Ну, вот это только начало. Вот. Кто сможет, то получилось.